Доброго здоровья, уважаемые посетители и подписчики моего канала. Сейчас наблюдается на канале такой взлет. Куча подписок пошла, естественно, комментарии. Выкладываю что-то я там, вы там смотрите, что-то нравится, что-то не нравится. Идут подписки, отписки. И это нормальное состояние на канале, как и в жизни. Кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то подписывается, что-то находит полезное. Кто-то отписывается, ему это не надо. И вплоть до того, что ну, такие слова у меня напрашивается, что кто-то может меня буквально-таки боготворить, а кто-то также люто ненавидит. Ну, это, как бы сказать, ваше дело. Я пилю контент, рассказываю о том, что меня интересует. Поэтому какие-то стороны личности человека нравятся. Какие-то стороны наоборот не нравятся. И порой так часто бывает, что как-то мнение сформируется, и мы думаем, что этот человек вот такой, такой, такой. А когда познакомимся поближе, оказывается, он совершенно другой. Что я сейчас делаю? Я хотел бы вам прочитать стихотворение, маленькое такое стихотворение Василия Ивановича Алексеева о своей собственной жизни, где имеются такие строки. Я проживаю жизнь свою, а не навязанную мне. И вот это четверостишье, оно и стало для многих людей своеобразным напутствием. Сам по себе живу и пью, и свет горит в моем окне. Я проживаю жизнь свою, а не навязанную мне. Я уже вам говорил, что общество может навязать нам свое мнение. Кто-то может навязать свое мнение вам. Жизнь навязывает свое мнение. Вот надо жить так, потому что каких-то там благ лишишься. Или еще чего-то. Ну вот так вот. И очень мало людей могут отстоять самого себя. Прожить свою жизнь так, как они считают нужными. Поэтому ведение канала – это продолжение меня самого. Я рассказываю на нем о том, чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь. Делюсь с вами разного рода своими там наработками, вплоть до того, что показал там дом. Некоторые сказали, а вот смотри, если бы такой дом у нас там был, да, мы бы тут жили, не тужили. На что я заметил, так вы видите готовый результат, понимаете, конечный результат. А то, что в начале было, то, что какой процесс был, что было в начале и весь процесс, вы его не видите. Вы видите только конечный результат, о котором я рассказываю, что более-менее вот так человек жил. Сегодня хотел я сделать стрим. Но что происходит? Когда идет обновление программы macOS Catalina, а предыдущая была там другая, macOS Пустыня, так скажем, то программа, которая поддерживала стрим, она была сделана под Пустыню. Catalina более новая программа, ее надо просто-напросто обновить. Как это сделать, я не знаю. Поэтому я вроде запланировал стрим, думал сейчас постримить немножечко с вами. Но, увы, из-за того, что надо обновить программу, а я не знаю как, то есть я очень многого не знаю, что касается там, да вообще всего, что касается. Но тем не менее, стараюсь это познать, сделать там для себя.
Вот поэтому стрим не получился. Надо будет обновить эту программу. Позвонил своему хорошему знакомому, который всем этим делом занимается, Дмитрию Фомичеву. Ну, что-то его не оказалось. А сейчас я вылаживаю свою тренировочку, которую я сегодня сделал. Завтра у меня будет изодинамическая тренировка, занятие. Вот посмотрим, прогресс есть или нет. Поэтому ваше дело. Канал — это продолжение меня. Интересен я вам, не интересен, подписывайтесь, отписывайтесь. Угу. Сегодня бы хотелось пожать лежа. Разомнемся. Новенькие блины положил по десяточке. И как раз у меня 40 килограмм, не считая самого штока. Так, может, чуть больше 40. Как говорится, маловато. Прибавим. Где-то килограммчика по 2 мы прибавим. Итого 4. Блок великолепно ходит. Можно добавить 10 кг. Испугала. Одним блином 10 кг трудно поднять. А вот пятерочка будет то, что надо. То есть пятерочку кладем. И еще одну пятерочку кладем. И не отходя далеко от тренажера, сразу же мы с ним сцепимся. Фу. О, чувствуется. Это тоже вес приятней тянуть. Итак, сколько я вешу? 105 900. И есть. Сколько этот блин будет весить? 5 килограмм, 100 грамм. Так, и у меня, видите, какие пятерки. Сколько эти будут весить? О, как ровно. 5 килограмм, 100 грамм. Завесим еще один. Для этого. Thank you.
Ух ты! То есть такая точность достигнута из-за того, что все было заранее рассчитано и выпилено строго по размерам. И получается, видите, какой разброс. Отлично. Итак, дальше. Важно осторожно снять, чтобы ее не раскачать. Отлично. Ну, а теперь приступим к джиму лежа. Соблюдая дня режим. Джим. Ну, не отходя далеко от кассы, первый разминочный подход. Первый разминочный. Мой супер тренажер, на который я возлагаю большие надежды. И то, что я начал делать, эти надежды оправдываются. Это очень хорошо. Тщательно разминаем все связочки, сухожилии. Есть. Сразу у меня тут куча блинов появилось. Полтосик.
Прибавим. Если не пускать до конца на грудь, а именно там, где вот подхватывается трицепс, то есть нету как бы переключения с одной мышечной группы на другую. То есть, когда штанга на груди, то отсюда давят, допустим, скорее всего, широчайшие мышцы, вот я напрягаю ими. Потом дельты начинаются. Сначала широчайшие, потом дельты, потом уже трицепсы. Над дожами работают трицепсы. И вот я как раз тренирую дожим. Потому что больше всего неудачных попыток именно над дожами. То есть остается вот здесь дожать вот это вот движение. А мышцы самые маленькие, там трицепсы, и они не сильные. То есть здесь сильными мышцами мы сорвали, пошли, а тут не можем. Я как раз вот это вот тренирую, чтобы у меня лапки были. Ну, такой же им лучше. И, кстати, он менее травмоопасен, нежели вот тот, когда мы опускаем штангу на грудь. И здесь у меня получаются своеобразные вот такие вилы. Дальше надо продавить. И как бы сказать, как пружина. Раз, и отсюда уже трицепс. Раз, трицепс. Ну, поехали. Как бы по механике все останавливается само, вот именно в этом положении. Сжалось и давит. Я снимаю на камеру FDR X3000. Картиночка нормальная. Вот с такого пульта я смотрю, насколько я попал в картинку. Движение у меня вот это вот отработалось. То есть теперь я наращиваю силу. Как бы сказать, техника есть. Я наращиваю силу и мазу. Шесть. И тут шесть. 70 кГц. Вздрогнем с этим весом.
Жесть. Вздрогнули. Семидесяточка пошла на ура. Сейчас я попробую взяться в кость гриф, чтоб давил. То есть не вот так, а именно вот так. Видите, вот она, кость идет вот. И как раз гриф вот сюда вот ложится. Как я давлю на том тренажере. Вес 75 килогерц. Непривычно. Там-то дожимать нормально, дожимать. А сжать несколько по-иному все-таки надо брать. Непривычно. Сейчас я возьмусь, как обычно, берусь. Этот хват близок к тому, что кость в кость. Близок. Плечко начало побаливать. И вывихнуто плечко. О, бедного кузнечка. Если бы левая сжала, как правая, я бы килограмм на 10 точно больше сжал бы. Бросим. Семидесяточку прожучим. Thank you.
хватит. Будет и хватит. Нас не захватят. Нашлось применение этим блинчикам. Весьма удачно. Хорошо тренироваться тогда, когда все удобно, ничего нигде не мешает. Очень и очень удобно. Конструкция самодельная. Чувствуется нагрузочка хорошая, но и не будем злоупотреблять. Попробую его сделать 45 килограммами. Хорошо.
Все, закончили.